No. Привет всем. Ну, это мой новый блог от Электро про компы. Идемте, покажу вам. Короче, это вот это на OLX и наш лик компы. Там было вот объявление, и вот им уже не надо, ну, блин, а то раньше у них офис был, а вот уже они закрылись от говно уже, и так у них тупо валялись. И мы-то решили купить у них, с них что-то собрать. Было написано вот у них за один комп 200 гривен, или, ну, это за 13 компов оптовым 1000 гривен. И мы решили, ну, купить 12, что-то собрать. Ну, это примерно долларов 38-40, и вот, ну, это не жалко даже. Конечно, там мы-то не надеялись, о, ну чё, абсолютно все рабочее, и поэтому-то мы-то их и начали проверять потом. Ну, именно то, ну чё, нас заинтересовало, это вкусная цена, а то сейчас на наше время, ну, это горы, ну, это дорогие сейчас компы, а эта цена вообще, за какую мы взяли, вкусная. Когда мы о них, ну, приехали, глянули, там, ну, все было собрано, компаса, материнка, процессор и блок питания. Ну, и так и с этих компов все было жестких дисков 7 и также оперативной памяти. Также мы взяли вот у кореша монитор и провода, чтобы это проверять все, то, что работает, то, что надо переделать. И тут нас ждало самое интересное. Один комп, вот, ну, это запустился, второй нет, блядь, и потом еще вот один запустился, а потом все пошло дальше, проверяться. И те, ну, что, ну, были у нас жесткие диски, ну, половина там рубы, а тут это вот рад, они наигрались даже этим диском, и два диска были в состоянии хорошем, и я, конечно, это себе забрал. Но на них даже была еда вот устанавливали. И года они 2003-го, ну, когда мне где-то было лет 5. Тут на кухне у нас еще два компа стоять, это мы их еще будем устанавливать. А у меня еще в доме два уже рабочих есть. Классно. А вот этой малютке 22 года, ну как и мне. И то, что мы перебирали, там стоят пенти и сервера. И какой речи корень 2 дура, ну, не может быть. Вот, а вот остальном, ну, 2-то ядера, а то, ну, вот это время, компы, ну, когда-то нормальные были, и в 1 грамм-то никто не мог это, ну, позволить. Сейчас еще покажу в коридоре, ну, компы. То ли это они рубы, то ли чё, а тот они не запускаются.
И вот еще вот у нас они. Тут пули, ну, проблема у них у конденсатора вот этого пули или что тут. Ну, все равно-то оно так еще лежать будет, а то какие-то запчасти, может быть, и пригодятся. Тут их еще, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, короче, не буду я тянуть, перемещаемся в мой в кабинет. Ну, это, ну вот мы тут, смотрите. Угодно. Теперь мы пробежимся немножко по-быстрому по железу. Ну, эта материнка у меня неплохая, стоит фирма Asus P5LX, и чип у меня Intel 945G. Socket у меня 775. Процессор у меня Siri Ron. Это на минуточку у меня 3,30 Hz. Оперативку то, что нам продали, это я максимально сюда там мог это засунуть 1,5 гига. Одна планка на 1 гиг, а вторая на 512. Видеок арта у меня не самое лучшее, а всего 512 хихо. Стоит, ну, это жесткий диск на 160 хихо. И блок питания у меня, ну, такой себе на 390 ватт. Монитор, ну, пока я попользовался взял, и мышку взял, и у кореша взял хаву, ну, попользовал. Ну, не буду я тянуть время, иду, ну, я включать ком. Нравится, ну, подсветка. Ставь лайки и пиши комментарии. Самое главное, не забудь, ну, подписаться на канал, чтоб не пропустить новые влоги. Ну, а комп, ну, это я его в подпароль, ну, положил, чтоб никто не смог, кроме меня, залезть. Ну, у меня тут две гаташки, гонка и стрелялки. Ну, пишите, ну, в комментарии, во что любите играть. Ну, вот у меня еще, ну, вот один красавец, правда, то он это немножко слабее. Что-то он работает, только чуть-чуть он слабее. Ну, как видите, это у меня ком без глюка. Ну, это, ну, все шикарно. Еще есть коды у меня на каташку. Вот это супер. Так, а где? У меня есть одна, ну, проблема, то я очень поздно налегаю спать и очень поздно просыпаюсь на работу. И вот еще один надо видеть. На этом на сегодня все. Ставьте лайки и пишите, ну, комментарии. Всем пока. Всех обнял, а я буду играть дальше.